Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая принял участие в дискуссии делегатов провинции Гуйчжоу. Она прошла в рамках открывшегося накануне 19-го съезда КПК. Си Цзиньпин выступил перед собравшимися с речью. Он говорил о прорыве в развитии Гуйчжоу по мере добросовестного и последовательного претворения в жизнь решений ЦК партии. По словам Си Цзиньпина, регион особенно преуспел в ликвидации нищеты. Заметно улучшилась экология, значительный прогресс достигнут в реализации реформы открытости. Многочисленные успехи провинции за последние 5 лет генеральный секретарь считает свидетельством того, что на 18-м съезде КПК был утвержден верный курс. Вместе с тем Си Цзиньпин напомнил, что социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху, требующую от членов партии постоянного усовершенствования стратегии развития и различных политических установок. Внутрипартийное управление, по мнению генсека, должно быть еще строже. Всестороннее соблюдение строгой партийной дисциплины генсек назвал гарантией процветания китайской нации. Делегаты, в свою очередь, высоко оценили доклад, который генеральный секретарь ЦК КПК представил на открытии съезда.